Знаете, есть непроходящие вечные ценности в этом бизнесе, имеют дело именно с ними. А наше агентство считает только честью быть полезными такому рекламодателю. Итак, в номинации «Бесценный рекламодатель» награждается ювелирная сеть «Росювелирторг». Всем добрый вечер. Спасибо большое за такую бесценную награду. Вы на самом деле очень такие буйные, правильно сказали, и позитивные. И, мы на самом деле отлично вписываемся со своей маркетинговой стратегией, вашу интегрируемся. Я поздравляю всех с наступающим 8 марта. Вот, всех приглашаем за нашими красивейшими драгоценными украшениями. И девушки, много украшений в шкатулке любящей себя женщины не бывает. Золотые слова. Спасибо большое.